От поки там вбивають росіян мобілізованих на фронті, є інформація в ЗМІ, що нібито на війну проти України вирушив бойовик Гіркін. Навіть вже оголосили нагороду за живого військового злочинця, вже майже 50 тисяч доларів обіцяють. Раніше ж була інформація, що він зник з мережі на 3 дні. От нещодавно дружина написала, що все добре, вийде на зв'язок. Як думаєте, що там з тим Гіркіним? Ну, я думаю, кстати, что Игорь Стрелков Гиркин стоит гораздо больше, чем 50 тысяч долларов. Я могу сказать, что он по меркам России очень принципиальный и последовательный человек. Да, он последовательный враг Украины, совершенно точно. Да, он очень жестокий человек, чрезвычайно. Хотя внешне вы так о нем этого не скажете. Я его знаю там с давнишних времен, еще когда он не прославился в 2014 году, я его до этого времени знал. Он очень опасный человек, вот эта его принципиальность – это редкое свойство. Ну, честно говоря, в современном мире вообще и в России, наверное, особенно. А что касается того, где, что и что с ним, официальных или там сообщений от жены не было, но судя по тому, что мы знаем по контексту, он ушел на фронт. По некоторым сведениям, он, кажется, зам командира батальона или что-то в таком духе. Не знаю, где, на каком направлении. Ну и последняя фотография, которая появилась, это он, в общем, прощается с женой как раз перед отправкой на фронт. То есть его просьба, он действительно хотел попасть на фронт, в этом смысле он, опять же, не относится к числу тех турбопатриотов, российских турбопатриотов, которые призывают других идти, проливать кровь и убивать украинцев, но сами не готовы. Они говорят, что мы больные, что мы важнее здесь, что надо же вдохновлять словом, но не личным примером. Вот Игорь Стрелков, Гиркин готов лично в этом участвовать. И этот поступок, как бы не относиться к нему, ну, я знаю, как относятся украинцы, он вообще, конечно, заслуживает уважения, честно. Это редкая, редкая по нынешним временам целостность и последовательность в действиях. А что произойдет на фронте, я не знаю, как никто не знает. Это туман войны, как кто-то Клаузевиц, по-моему, говорил, или Мольтке, не помню уже.